То есть он просто бумаги вернет? Он вернет просто бумаги. Он сейчас, наверное, распечатает, заполняет там что-то с нашего букинга. Идиот. Если хочешь, пока открой компьютер, там подключил и посидел. Да не хочу я компьютер подключать, я сейчас послую. Получаешь ключ. Пришла сюда, ждала, потом... А, другой отель надо идти? Нет, туда вот кто-то. Ну, обычно, если... Все люди недовольны. Все люди недовольны. А кто здесь будет доволен? Как здесь можно быть вообще довольным? Если один человек, один раз в жизни вот здесь человек поселится, он больше никогда сюда не приедет. Сказать зрителям. Да, ничего хорошего. В других дешевых отелях все люди так никогда не было. Да, у них вообще они просто, они... Это нету слов. Реально нету слов, просто нету. Ну, 5 часов людей заселять как можно? Это не идиоты, это не тупые, это вообще, это никакие. 5 часов людей заселять. Потом виноваты не вот эти вот, которые бегают. Это систему какую надо тупую сделать, чтобы 5 часов людей заселять. Да они вообще дебилы, они ходят с этими бумагами. Заполнять каждую эту клеточку. Не, они реально идиоты, они на самом деле идиоты. По крайней мере, кто вот это им вот это задание, кто им дал, кто это создал эту систему, тот точно идиот. Сказать, что у него на стене был. Ну, какие-то разрисовки вчера. Что?
Я глядаю, Олег? Спасибо. Чао. Может, просто полчаса ждем. Там спрятались, они хотят уходить за этой штукой. Да, выходите, выходите, мы здесь, мы не ушли отсюда. Спокойно, спокойно, нормально все. Засядут все-таки, в конце концов, к вечеру. Тогда, когда она будет уже выезжать, засядет на час. Вот да. Отдохните. А завтра, когда выезжаете отсюда, надо 5 часов задержаться и сказать, мы ждем 5 часов. Да. Вчера мы ждали 5 часов, сегодня вы ждете. При выезде, да, да. Единственное, только карту, то не могут, потом с карты деньги снять за это. Профессор. Это вообще что это за дебилизм? Сейчас будет 3 часа еще. Это очень тупая система. Здесь тупейшая просто система. Как на английском сказать, что, блядь, самые тупые в мире, вот они, работники здесь, как это сказать? Можно сказать, что тупейшая система. Ну вот скажи, что чем тупейшая система. Скажу обязательно на языке России. Они взяли нашу бумагу. Куда они пошли теперь? Ужас. 5 часов уже стоишь. 5:30. Алло. Господа, сэр, выйдите сюда. Алло. 5 часов я здесь стою. Five. Скажи ему, 5 часов я здесь стою уже. How long time does it take till we get the key? Вы что, попутали вообще, что ли? Ты, он, другой, пятый, 5 часов я здесь нахожусь, мой номер дайте мне. Вы что? Ты, не ты. Ступит система, вы что, вы тормозите, что ли? Да, 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 давай, шевелитесь. My room, я здесь 5 часов стою. 5, как это, 5 часов, как сказать? 5 hours. Понимаешь ты? Идиот. Еще выведут секьюритас. Какой выведут? Я сейчас сам всех здесь выведу отсюда. Я 5 часов реально. Что, так и есть? 3 hours. Да, да. 3 hours, да? 5 hours. Maintenance. Maintenance, maintenance. Someone stuck in the lift, please. Maintenance. Они там ищут комнату, он говорит, ищет свободную комнату. Ломают лифт уже там. Когда мы проснули систему, все по записи. Они дебилы, они полные дебилы вообще. Они идиоты полные. Полный идиот. Он тут все недовольны. Ни одного человека довольного нету. Самое интересное, что у всех, по-моему, какие-то проблемы еще в этих номерах. Тут у всех проблемы.
идет. Боится. Madam? Yes, it's possible, but you need to pay extra for it. 23 euros each. Yes. Yeah, when you arrive. Yes. Yes. Unfortunately. Записываю, да. Что, рост мой записываю. Там вручную записки какие-то там номера. Идиоты, компьютеры не могут взять. 21 век. 2013 год. Yeah, just come and say it. Yes. Do you have a Wi-Fi? Is it possible to have connection? No. In the room? No, in the room. Even for a payment? No? No, in the room no. And where is possible? Only in this area. Only in the reception area. How much does it cost? Signorina! 1 hour, €2 and 50. And we pay here, yes? Yes. Okay. But your room is in the other building, in La Palette Resort, okay? And there is no Wi-Fi on the reception. Скажи ему, чтобы уволился с этой работы. It's better you fire from this work, because it's really stressful. Stupid system, stupid. Five-four, это беспредел. Speak with my boss. You boss crazy, you boss stupid. I'm only... Я поэтому говорю, увольняйся отсюда. Береги свое здоровье. Дебилоиды. Так, пойдем. Где наш этот? С боссом, говорит, надо разговаривать. Босс. Он говорит, я не могу ничего сделать. Я бы с ним с удовольствием поговорил бы я с этим боссом. Дебилоиды. Так. Друзья. Сейчас возьмем еще ключ там. А, еще ключ даже. Это еще не после, это еще не конец эпопеи. Это еще не конец. Ох, блин, а. Все, компьютер разбил. Серьезно, да? Ну, может, не разбил, может, разбил, не знаю. В общем, вот так вот. 5 часов. Вот хотите, верьте, хотите, нет. 5,5 часов был вот этот чек-ин. Это очередь. Это хорошо, что мы еще выходили, еще очередь как бы не постоянно стояли, иначе у меня серьезно уже нервы бы не выдержали. Вот, сейчас дали вот эту бумажку. Да, сейчас это еще не все, это только как бы, скажем так, возможно, даже начало. Это просто полный идиотизм. Я такого не видел, не слышал и даже не мог представить, что в 2013 году, 21 век, такой тупизм вообще может существовать. Вот при всем желании что-то сказать хорошее, но ничего не могу сказать, кроме того, что мне жалко вот этих людей, которые там... В этой тупейшей системе вот должны они работать, бедолаги. Я представляю, как они домой приходят, у них там очередь стоит, они все уже на нерву, ну просто они молчат. Но я уже просто не мог молчать. Но дело в том, что они домой приходят, я думаю, что они вешаются, наверное, хотят, наверное, повеситься, но у них просто варианта нет. Да, напиваются там, нажираются, что-то еще делают. Так, давайте сейчас посмотрим, что эти скажут. Вот, хоть чуть-чуть будет позитива. Вообще, я знала, что мы тебя заселяем. Ты сколько сюда заселялась, в этот отель? Мы ждали в этом чек-ин. Сколько заселялась в этот отель? Ну, это очень сложный вопрос. Сложный вопрос, да? Ну, ладно, не будем говорить. Так, друзья, пока выключаюсь. Попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.